Друзья, в продаже у нас появился Nissan Qashqai в черном цвете. Автомобиль 2010 года, двигатель объемом 2 литра, 141 лошадиная сила на вариаторе, на переднем приводе. Автомобиль в отличном состоянии, на литых дисках имеются омыватели фар, противотуманки. Внутри у нас 4 электростеклоподъемника. Электрегулировка зеркал, кнопка омывателя фар, мультируль с круиз-контролем, также сенсорная мультимедиа с блютузом, раздельный климат-контроль, кондиционер, обогрев заднего стекла, подогревы передних кресел. Сзади у нас электростеклоподъемники, 3 места. Имеется подлокотник с 2 подстаканниками. Машина в хорошем состоянии, в черном цвете, хорошая комплектация, 2010 год.